Всем привет! Сегодня я бы хотел бы рассказать, как сделать, чтобы Scania топовой комплектации валила еще лучше. Ну что ж, купим грузовик. Покупаем, приобретаем. Ага, вот она. Вот самая простая. Берем, изменяем конфиг. Так. Кабина тут по вашему усмотрению. Шасси ставим 4 на 2. Так, движок. Ну, понятно, самый максимальный. V8 730 сил. И самое интересное, это насчет коробки. Коробку ставим. Ага, тут уже другая. Ставим шестиступку. Сканевскую ГА-867R. Почему шестиступку? Потому что если кто играет на механике, вот в чем прикол, чтобы 12 передач не переключаться каждую секунду. Так, ставим. Так, ну в чем прикол? Прикол в том, что на этой коробке надо именно гонять на механике. Шестиступка. Быстрее будете набирать разгон. Сейчас выйду на трассу и продолжим. Ну вот, я на трассе. Сейчас будем смотреть. Поехали. Просто дикий разгон до сотки. Именно на механике, на автомате не так. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Дэн. Пока.